Меня зовут Алексей. Плавать начал 1.5 года назад, когда решил открыть школу I Love Swimming у себя в Жуковском. Откровение в плавании было то, что я понял для себя, что я плавать не умел вообще совсем до этого. И когда я наконец-таки поплыл, пресловутым стилем Total Immersion, который до сих пор еще до конца не освоил и буду осваивать, наверное, очень долго еще, я, конечно, был в диком восторге. Самый запоминающий старт это, конечно, Волга Свим. Когда мы переплывали Волгу, я выбрал дистанцию 3 километра. И это, наверное, самый веселый старт, который можете только представить. Мне даже кажется, что он круче Босфор, хотя Босфор еще не проплыл, но Волга. Чем она прикольна? Во-первых, тем, что она родная. Во-вторых, она как бы так организована такими позитивными ребятами. И как-то так все легко и непринужденно. Ну, и ты плывешь по реке, по которой попадаются то бревна, то еще что-то, неожиданно там открывается какое-то страшное течение, ты пролетаешь мимо финиша и так далее. И, в общем, я 3 километра просвистел за 46 минут, и это какой-то невероятный рекорд. Я был просто дико доволен, прям до визга, до поросечьего. Я когда служил на флоте, на Северном, 3 года служил, уже заканчивал служить, и это произошел эпизод. Одна девушка там решила сброситься с причала и утопиться. Там что-то с ней произошло в жизни, мне нехорошее. Ну, я там тщетно пытаюсь призвать на помощь. Я там стоял вахтином на причале, и был единственным сидеть, потому что было в 5 утра. Кольский залив, вода такой слегка покрытый льдом. И, ну, то есть, пытался кого-то призвать на помощь, не получилось, понял, что делать нечего, надо прыгать самому. Пальнул вверх из автоматики, который у меня был, а сам быстренько скинул тулуп, шинель и, значит, нырнул в воду за девушкой. Ну, в общем, кончилось тем, что я, как только я влетел в воду, я тут же развернулся и поплыл обратно к причалу, потому что вода была просто адово холодная, просто чудовищно холодная. И я понял, что моих навыков плавания в такой холодной воде просто точно не хватит. Я и девушку не спасу, и саму утопну. Что я хочу сказать, что сейчас, условно говоря, произойдет со мной такое, я точно доплыву до девушки. Как бы ни было, я абсолютно точно уверен в своих силах. Я спасу всех, кто будет тонуть. Постоянное занятие плаванием я порекомендовал бы тотально всем. Ну, просто вот тотально всем. Это вреда никакого не принесет точно, а польза однозначная. То есть вы научитесь плавать, вы обретете уверенность в воде, вам захочется плавать все дольше и дольше, и все дальше и дальше. Да? И единственным препятствием, которым для вас могут быть эти буйки на пляже, ну, я надеюсь, вы найдете способы, как их обойти и за них заплыть. Однозначно. Поэтому всем плавание, все I Love Swimming. Ребята. Вперед!